15,5 лет колонии и почти 500 миллионов штрафа. Такое наказание запросил гособвинитель для скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко. Детали этого коррупционного дела помнят немногие, а вот сумму, изъятую во время обысков, забудут еще не скоро. Почти 9 миллиардов рублей в разной валюте. Как прошли прения сторон по этому громкому делу, расскажет Андрей Караманов. Обвинил прокурора во лжи, а себя считает абсолютно невиновным. Пожалуй, это все, что нужно знать о последнем слове Дмитрия Захарченко. Впрочем, насколько серьезен был так называемый полковник-миллиардер, сказать сложно. В суд он явился в довольно боевом расположении духа и перед началом судебного заседания не скупился на остроты. Главной из них, пожалуй, стала просьба к журналистам передать привет футболистам Кокорину и Мамаеву, которым на днях оглашали приговор в том же самом зале суда. Захарченко заявил, что является преданным поклонником этих спортсменов и выразил им свое сочувствие. Хотя, как теперь выясняется, самому ему грозит срок примерно в 10 раз больше, чем футболистам-хулиганам. Бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции при главке МВД России обвиняют сразу в нескольких преступлениях. Во-первых, по версии следствия, Захарченко во время службы целенаправленно мешал ходу одного из расследований. Он якобы предупредил о предстоящих обысках финансового директора печально известного Нотабанка. Силовики рассчитывали найти улики по делу об уклонении от уплаты налогов на астрономическую сумму. Но когда следственная группа приехала в банк, в офисе не оказалось ни компьютеров, ни документов. Все это заранее вывезли. Кроме того, Захарченко обвиняют в получении взяток от владельца рыбных ресторанов. Это 800 тысяч долларов США и скидки на деликатесы на еще 3 миллиона рублей. Такие вот у полковника были аппетиты. Хотя эти суммы, конечно, меркнут по сравнению с богатствами, которые изъяли у теперь уже бывшего борца с коррупцией. В 2016-м у Захарченко и его близких обнаружили гору денег. Около 9 миллиардов рублей. Их в импровизированный склад возили телегами. Тележек много было. Я им сама лично тележку подвозила. У родственников и многочисленных возлюбленных Дмитрия Захарченко также нашли 13 огромных квартир в элитных жилых комплексах столицы, шикарные автомобили, драгоценности и даже слиток золота весом в полкилограмма. После этого некоторые даже называли Захарченко российским Джеймсом Мориарти. Сам он ни вину, ни собственные богатства так и не признает. Как? Почему эта сумма именно? Как определили? За взятки и помеху расследованию гособвинение попросило отправить Захарченко на 15,5 лет в колонию строгого режима. Кроме этого, его предлагают наказать штрафом в почти 500 000 000 рублей. Причем после этого к сроку может добавиться еще один за другую серию взяток, которые по предварительной информации пока еще расследуют. Признают ли Дмитрия Захарченко виновным и какое именно наказание назначит ему суд, станет известно уже совсем скоро. Осталось дождаться дня оглашения приговора. Андрей Караманов, Владимир Судец и Алексей Кошлаков. Вести, дежурная часть.